Южный 10 лет. Именинники, будьте добры, проводится профилактическое мероприятие по влиянию нетрезвых водителей. Снимать нельзя, я тебе запрещаю меня снимать. Вы не даете мне домой ехать, я хочу домой кушать, спать. Денег нет. Я свободный выходной тогда. Тогда можно. Здравствуйте, дорожно-патрульная служба, прапорщик на связи, документы ваши. Проводится операция нетрезвый водитель. Здравствуйте, инспектор дорожно-патрульной прапорщик на связи, документы ваши. Проводится профилактическая операция нетрезвый водитель. Пожалуйста. Иск удостоверения, свидетельство о регистрации. Остановочку сделаем, водитель десятки. Здравствуйте, инспектор дорожного документа. За рулем по телефону. Водитель Honda справа, остановочку сделаем. Водитель автомобиля Ford справа, останавливаемся. Здравствуйте, дорожно-патрульная служба. Права нужны? Да, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис. Моргаем вам, как не останавливаем. Проводится операция на трезвый водитель. Давайте отдохну. Нет, дышать не надо. Если у вас признаков нет алкогольного опьянения, все нормально. Я думаю, просто сразу всем подряд. Откуда едете? С границы. Здравствуйте, дорожно-патрульная служба, прапорщик на связи. А что случилось? Операция нетрезвый водитель проводится в Кинцевском районе. Бара? Да. Сколько выпили сегодня? 5 грамм. 5 грамм? Так мало. Ну давайте, давайте еще. Говорить будем? Нет. Нет. Нет, точно. Сначала документы давайте. Сам возьми. Нет, я не могу ваш. Точно. Мане брать. Черт.
зачем вы сели за руль вот в нетрезвом виде, можете сказать? Водитель. Да. Потому что тогда... А, данный водитель остановлен в 3 часа 43 минуты в населенном пункте Югантово, Екисепский район, до без номера. Нет, это уголовно наказуемое деяние. Евгений Борисович, в отношении вас, так как вы имеете признаки опьянения, составлен сейчас первый протокол, протокол отстранения управлением транспортным средством, который указывает о том, что 13-12 в населенном пункте Югантово вы управляли автомобилем Volkswagen, госномер УЛЯНа 532, Виктор Костя 47, с признаками опьянения. С данным протоколом ознакомливаться будете? Только скажите, вы подписывать будете? Протокол отстранения. Я подпишу. Ну как скоро? Сейчас. Подожди. Или будете ставить подпись? Не, пожалуйста. Да, протокол. Я тебе протокол. Я тебе сейчас скажу. Ставить подпись в протоколе. Я тебе сейчас скажу. Да. Я хочу позвонить Сане. Звоните Сане, я не против, но только. Нет. Вы подписывать будете протокол? Нет, конечно. Меня снимают. Не будете подписывать протокол? Нет, конечно. Еще раз, Евгений Борисович, ознакомливаться с протоколом, либо ставить свою подпись в подпись в протоколе отстранения от управления будете вы? Конечно, нет. Так, возьмите, пожалуйста, это копия материала одного из протокола отстранения от управления. Сейчас еще. Подскажите, пожалуйста, товарищ водитель, проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте, либо проходить медицинское освидетельствование, желаете? Конечно. Что желаете? Проходить освидетельствование на месте? Да, на месте, конечно. На месте будем продувать прибор? Конечно. Вот, видишь? Сейчас в отношении вас будет проведена процедура свидетельства состояния алкогольного опьянения. Сейчас ваши данные будут введены, вот данный прибор, алкотектор про 100 комби, который вам необходимо будет сделать выдох в стерильный муштук, который я вскрою при вас. Все понятно, муштук необходимо будет. Да. Что вам говорить? Все понятно, как проходить освидетельство. Да, конечно. Необходимо трубочку обхватить губами, только в руки не надо брать, я подержу. И делать продолжительный выдох, пока я не скажу вам хватит. Все понятно? Дуем. Он не будет произносить ничего, этот прибор. Вы не дуете. Дуть будете? Результат, видите? Результат. 1,840. А 1,800. Вы не дули еще практически даже. Это очень много. Что? Я выхожу из машины. Нет, вы еще не выходите из машины. Евгений Борисович, это акт о свидетельстве состояния алкогольного опьянения. Где указывается, что мы сейчас находимся в населенном пункте Югантово. Признаете? О том, что у вас есть наличие и признаки состояния алкогольного опьянения. Таких запах, как запах алкоголя изо рта, неустойчивая кожа, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение соответствует обстановке. Исследование проводилось в 4 часа 21 минуту с использованием алкотектора ProStopCombi, заводской номер приема, прибора 636-690, продули показания прибора 1,84. С результатами освидетельствования состояния алкогольного опьянения согласны, либо не согласны? Да, конечно, согласны. С результатами освидетельствования вы согласны или не согласны? Скажите, вы согласны или не согласны? Конечно, согласен. Согласны с результатами? Слово согласен, либо слово не согласен. Евгений Борисович. Чего? Что вы написали? Что за слово? Согласен. Вы написали слово согласен. То с результатами освидетельствования вы согласны. Да. Моя подпись, да? Да, ваша подпись. Сейчас я вам вручу ваши копии. Имеете право пользоваться статьей 51 Конституции РФ. Вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких. Также вы имеете право ознакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснение, заявлять ходатайство и отвод. Давай ручку поставлю, так и ебать. Нахуй. Объясняю, вот здесь, на этой графе, вы имеете право дать объяснение свое. Здесь за то, что я ознакомил вас с вашими законными правами и обязанностями, законным протоколом. Нисколько не надо. Мне нисколько не надо. Что? Ничего. Все. Уголовно наказуемое деяние, это вам уже объясняли. А, да в ту сторону, вправо дайте. Да, да, да. Спасибо. Не трезвый водитель. Документы будете добрать? У меня нет. Да. Вообще нет? Да? Ну, паспорт такая, водитель. Нет. Вообще никаких нет таких. Нет. В баньку сходил сегодня, отлично. Ты ходил? Нет, я с Питера приехал просто. Ну, вы так строится там. Откладывайте трубочку губами, соответственно, делайте в нее выдох сильный и долгий. Приблизительно 4-5 секунд. До того момента, пока я не скажу, слова хватит. Понятно. Дубани там нормально, там в лесу. Дуем. Дуем, 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 достаточно. 0,652 миллиграмм на литр. Скажите, ну вот как получается, что вы все-таки сели за руль и, ну, почему попались, можно так сказать, полицейские? Они осторожники. Да не, на самом деле просто сидели, отдохнули немножечко, посидели в кабаке. Ну, не рассчитали маленько. Ну, пил водку. Естественно. О, бляха. Что ж ты так?